гуляя по городу, либо по работе, бродя от одной остановки к другой, от одной точки к другой, нам иногда хочется перекусить. И это мини-перекусы, такие лесные жороб-жорочи на моем канале. Уникальный продукт фисташки. Любые соленые орехи, если вы пытаетесь похудеть, вам подойдут идеально. Во-первых, у них хорошая калорийность, во-вторых, очень легко на них просчитать, сколько вы калорий потребили. То есть данный продукт, фисташки полотые, у нас на 100 граммов содержат 600 килокалорий. И, соответственно, в 30 граммах, то есть в полной в этой пачке, у нас всего лишь навсего 180 килокалорий. Повторюсь, для тех, кто хочет похудеть, идеальный вариант в плане того, чтобы употребить их. Ну и, соответственно, вы жоробжорочем таким забиваете свой голод, то есть вы не хотите есть. А второе, то что они немножко солененькие, вам захочется пить, если вы не будете пить, то соответственно больше потеряете в связи с тем, что обезвоживание будет небольшое организма. Вот такой вот маленький лайфхак. Веселый жороб-жорыч в лесу, перекусыч. Кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!